Всем привет, дорогие друзья! С вами канал The Top Gamer, я Димона, и сегодня я наконец-таки записываю и выпускаю новый видеоролик на свой канал. Этот видеоролик по такой игрушке, как Stand of 2, и в сегодняшнем видеоролике я куплю новую Two Years коллекцию, которая появилась на рынке в игре Stand of 2. По этой игре я просто, неимоверно долго не записывал видеоролики. На самом деле я их записывал, но из-за того, что я выпускал другого вида контента, то есть по другим играм, то у меня просто не успели дойти руки до стендоффа. У меня вообще куча тут изменений всякие произошла, а в основном изменения касательно инвентаря. Теперь у меня вот такой вот инвентарь. На последнем ролике, по-моему, там было 2-3 странички там всякого дешевого хлама. Но я это все превратил. Я, по-моему, даже видеоролик был, но я его так и не выложил. Вот, я закупил старковские пушечки. Вот, и, в общем, вот теперь вот так вот выглядит мой инвентарь. Но в сегодняшнем видеоролике я куплю 3000 голды за 2000 рублей и полностью куплю Two Years Collection. В общей стоимости это будет примерно 1200-1300 голды, но нормально. На остальные деньги я либо открою кейсики, в общем, сейчас все узнаем. Ну что ж, дорогие друзья, желаю вам приятного просмотра, давайте прожмем очень много лайков, потому что, я доначу денежки ради вас, ради топового контента. Буду надеяться, что этот видеоролик прорвется в топы и на нем наберется очень много просмотров. Итак, ну что ж, давайте будем покупать эту самую голду. Gold Pack 3000 за 2000 рублей. Купить. Платеж выполнен, и на моем балансе окажется 3000 голды. Да, голда зачислена. И давайте теперь начнем покупать. Переходим на рынок. Давайте начнем с дешевизны. Покупаем вот этот вот юсп за 25 голды. Он выглядит неплохо, да. Все же я его куплю, конечно же. Итак, покупаем за 25. Эй, не успел. Я не успеваю купить. За 25.97. Обработка запроса, и я его купил. Отлично. Я, на самом деле, я бы мог, конечно, сам эти скины выбить, там купить себе Gold Pass. Но у меня достаточно малое количество FPS, и поэтому я не сумел чисто набить это все. Вот, поэтому вот так вот. Придется покупать. Я, в принципе, я не жалею, что я покупаю. Будем надеяться, что этот видеоролик будет годным. То есть порвется, будет много просмотров. Эх, за 30 я не сумел купить. За 37.80. Окей, покупаем. Так, теперь у нас более сладенько начинается. Скины, которые красненькие. Юсп Two Years Red. Красный юсп, офигенный, красивый. Конечно же, покупаем за... Так, давай, нажимайся назад, чего не нажимайся. За 170 голды. Отлично. Так, и теперь мы покупаем MP7. MP7 тоже неплохо выглядит. Это самый годный скин на данный вид оружия. Конечно же, я его покупаю за 111 голды. Отлично. И теперь мы приходим к самому сладенькому. Это АКР и АВМ. Так, АКР сейчас стоит около 600 голды, но это на самом деле очень годный скин. Он очень красивый. И я его, конечно же, куплю. Так, что-то меня подлагало. Фух, это были жесткие лаги. Какое-то переподключение к серверу было. Это было жестко. Так, мы пришли в инвентарь случайно. Так, что могу сказать? Смотрите, АКР и АВМ, они в цене... О, быстрее покупаем АКР. АКР за 540, быстрее, фух. У зерновки схватил за 540, но тем не менее хоть 50 голды сэкономил, более-менее. Хорошо, отлично, успел купить. И сейчас покупаем самый сок, самое золото, самый лучший скин. После, наверное, даже, наверное, АВМ Sport V2 не сравнится с этим скином. Two Years Collection АВМ. О, АВМ, круто. Так, давайте немножко я сейчас подожду, хотя бы когда цена немножко сбавится, чуть-чуть хотя бы, и куплю его примерно за 600 голды. Сейчас поставлю видео на паузу и сразу же вернусь. Я купил АВМ за 600, по-моему, в общем, подешевле я купил. Вот тут вот, если стоил 680 там вот, то я, по-моему, купил, да, сейчас можно посмотреть, сколько я купил. Так, история, стоп, история покупок.
За 600, да, нормально, схватил так, чуть подешевле, отлично. Ну что же, это просто офигенно. Оцените, оцените, какой теперь у меня крутой инвертарь. Это просто офигенно. Это жесть. Это очень круто, это вообще, я не могу это даже прокомментировать нормально. Теперь у меня есть куча топовых скинов. Я потратил на них ровно 1500 голды, и, ну, я не жалею, на самом деле. Скины реально годные, и теперь они у меня есть. Почему я потратился на это деньги? Я мог, конечно, не сливать, типа, да, но есть такая вероятность, то, что вот эту продажу скинов 2 Years Collection на рынке могут разработчики прекратить. И чтобы на память, так сказать, у меня эти скины сохранились, я решил все-таки их купить, и чтобы они у меня были. Вот, чтобы там рано или поздно у меня будет новое нормальное устройство или же ПК, в общем, я рано или поздно зайду в стендов с моего аккаунта, с мощного устройства, и сумею поиграть с красивым высоким графончиком с большим количеством FPS. Так что вот это я все делаю, вот эти вот скины, вот это вот... получается, как это называется, Assistance Collection, это все, Two Years Collection, я все покупаю, чтобы в будущем, когда все у меня будет мощное устройство, я сумел поиграть и наслаждаться этими скинами. Ну что ж, давайте будем применять синий. Юсп я применять не буду, я применю красненький. Так, это, ой-ой-ой, красненький применяем, офигенный. MP7 синенький, я тоже его применять не буду, просто чтобы у меня был для коллекции, применю красненький MP7. И, конечно же, АКР и АВМ применяю, это просто офигенно. О, да, круто, то, что теперь у меня есть такие скины. Так, а что же мне делать с оставшимися 1500 голды? Оставить их на будущее или же потратить в сегодняшнем видеоролике?